Праздник, посвященный Дню России, проходит в детском саду номер 59 «Золотая рыбка». Здесь ребятам начинают рассказывать о истории и культуре нашей Родины с самых юных лет. И сегодня они вместе с воспитателями подготовили концертную программу. В учреждении большое внимание уделяют патриотическому воспитанию подрастающего поколения, проводят различные акции и мероприятия. И День России – один из таких праздников. Несмотря на столь юный возраст, ребята уже выучили наизусть слова гимна России, знают немало о государственном флаге. Воспитанникам «Золотой рыбки» известно, каждый цвет триколора имеет свое значение, как и изображение на гербе страны. А главное, что все это основные символы нашего государства, многонациональной страны с богатой историей и культурой. Такие праздники мы пытаемся проводить регулярно, для того, чтобы вы, дети, знали историю нашего края в условиях многонациональной России, в условиях богатой этнокультуры. Традиции наши. Анна Балиец, Станислав Беляев, телерадиокомпания «Щелково».